Ликвидирован не только рядовой дилер, но и его работодатель. Витебский наркоконтроль сообщает, что их сотрудникам удалось прикрыть еще один интернет-магазин по продаже зелья. Накануне во время международной антинаркотической операции «Канал Кордон» был задержан неработающий житель Чашникского района 1986 года рождения. На глаза милиции этот молодой человек попался в Витебске возле дома по улице Бровки. Мужчина только что организовал в подъездах тайники, в которые делал закладки наркотика. При задержании из так называемых схронов было изъято 17 полимерных запаянных пакетов с особо опасным психотропным веществом альфа-ПВП. Общая масса чуть более 10 граммов. Уже известно, что отраву злоумышленник сбывал через интернет-магазин. Деятельность последнего пресечена. Фигурант попал в поле зрения нашего подразделения в марте этого года как организатор интернет-магазина по продаже наркотиков в городе Минске и Витебске. Примерно раз в неделю он приезжал в город, делал закладки. 29 мая он был задержан сотрудниками подразделения наркоконтроля УВД и железнодорожного РУВД. В ходе проведения осмотров было изъято 21 закладка с наркотиками альфа-ПВП на общей массой более 10 грамм.